Я засыпаю во время медитации, что же мне делать? Это, наверное, самый часто задаваемый вопрос. Я очень много на него отвечала в комментариях. Я писала в Инстаграме, я писала в сообществе на Ютубе. И у меня есть статья на моем сайте balatskaya.com, где я подробно описываю, что же с вами происходит во время медитации. То, что вы воспринимаете за сон во время медитации, на самом деле сном не является. Вы попадаете в особое состояние. В этом состоянии вы способны воспринимать любую позитивную установку. Она проходит прямо в ваше сознание, прямо в ваше подсознание, минуя цензуру. В другом случае, возможно, у вас возникло сопротивление на установку, что вы красивая, или что вы богатый, или что вы успешный, что вы любимый, что вы достойны счастья. Но в этом состоянии вы способны воспринять это, и это заходит прямо в сердце. Поэтому, дорогие мои, пожалуйста, не беспокойтесь о том, что вы засыпаете во время медитации. Пожалуйста, спите и помните, что на самом деле в этот момент происходит перепрограммирование вашего сознания, а значит и судьбы. Обнимаю вас крепко.